Тайное голосование. Минут. В режиме тестирования он говорит, что он зафиксировал. Да? Так, коллеги, мы тоже заготовили заранее бюллетени. Значит, по очереди будем сканеры опускать их, чтобы потом получить итоговый протокол. Значит, бюллетень с позиции... Сейчас, секунду. Значит, еще один момент. Значит, перед началом голосования каждый тоже член избирательной комиссии, наблюдатель, может подойти к комплексу и удостовериться, что на счетчике ноль бюллетеней. Бюллетеней нету. То есть информация о тестировании здесь уже больше ее нету. Здесь только информация о процессе голосования. То есть здесь у нас в данный момент принято ноль, на втором сканере принято ноль. Опускаем действительно бюллетень с отметкой в позиции. Все нормально, он его принял. Бюллетень обработан. Опускаем действительно бюллетень с позиции, с отметкой в позиции номер 2. Тоже правильно заполненный бюллетень, да, за другого кандидата. Он правильно, неправильно, как и определит. Дело в том, что он действительно. Пока бюллетень. Мы понимаем, да, мы же демонстрируем зрителям. А этот бюллетень? А этот бюллетень, я... Здравствуйте. Действительно, бюллетень с отметкой позиции 1. Да, коллеги, спасибо. Один бюллетень мы уносим с участка голосования. Вот это четвертый бюллетень был. Значит, действительно, бюллетень с отметкой позиции номер 3. Коллеги, бюллетень без отметок в какой-либо из позиций опускается. Он его примет. И он его должен засчитать как недействительный. Бюллетень отпускается недействительный бюллетень с отметкой в двух позициях. Второй недействительный бюллетень должен быть. Да. И опускается еще один действительный бюллетень с отметкой в позиции номер 1. И, коллеги, обратите внимание, опускается бюллетень с печатью другого участка. То есть принесенный якобы с другого избирательного участка. Абсолютно правильно. Опять же, не принимает его КАИП. Давайте попробуем на втором. Участка действительного бюллетеня. Давайте на втором сканере попробуем. КАИП бюллетень не принимает. Качественную ксерокопию действительно.